Мы пошли в магазин, там стоит Санта-Клаус. Снимаем. Санта-Клаус! Thank you! So cute! Я знаю, что это вообще не в тему. Просто хотела поделиться своим наблюдением. И просто хотела узнать, почему. Может, кто-нибудь напишет в комментариях. Почему в Америке не очень сложно найти поролоновые губки для мытья посуды? То есть они используют целлюлозные вот такие вот. И вот их миллион разных брендов. И можно всякие разные найти. И невозможно найти поролоны. Вот из всех вот этого стенда вот есть только вот такие поролоновые. И то они не для мытья посуды. Ну, как бы, видите, они как сделаны наоборот. То есть они используют эту сторону, и вот, я покупаю поролоновые в Икее, и вот, только потому что, ну, невозможно найти, вот, я доказываю вам, ничего нет, это очень странно для меня. Показать надо заснять, конечно же, как тебя моют в мойке на колесах, без этого никак. Мне так нравится сам процесс, не знаю, мне кажется прикольно. Кати и Паши, и, блин, тут таких много, но они довольно-таки маленькие. Мы привезли ее наконец-то! Вот мы наконец-то в этом святая святых в жилище с Кати прямо люди. О, она даже, я так надеюсь, что она широкая прям, ну, ты же показывала мне, что ты как у тех друзей ваших, чтобы... У них какая-то вообще нереальная. У них нереально широкая. Я так надеялась, мы прям там... Я просто поднимала все эти ёлки, и люди на мы смеялись, потому что я сказала, вот нафига я одела белые штаны, и все такие ржут, она у нас. Вэдик опять сегодня готовит, и он готовит... Too late. Okay, can you explain? So, он готовит... I wrapped the corn... Well, first I put seasoning salt. And pepper, and then I wrapped it. You said you will not use this salt because it's not garlic salt. Dude, you know what? Can I talk? Oh, sorry. So I use seasoning salt and pepper, and then I wrapped in bacon. And then I will go put it on the grill for about 20 minutes, and we will see how it comes out. Okay, Nadia, go ahead. Spices. Короче, Вейт так классно готовит. Он, во-первых, он взял кукурузу, в беконе вся. И вот он ее будет на гриле жарить, и он делает ребрышки. Блин, ничего не могу показать. Ну, в общем, эти ребрышки, они должны 3 часа вот просто томиться в духовке, а не с сахаром, с медом, с огнем. И потом он будет все жарить. And show your silk wine. А, Вейт купил у меня вино, оно, короче, шелковое, типа silk, это шелковое, и, ну, и вкусненькое, нормально. И я хочу показать нашу ёлку! Я ещё так не купила наверх чего-нибудь. Но посмотрите на нашу ёлку. Вот это мой любименький.
елки, елка. А, сейчас я покажу. Некоторые игрушки вообще обычные, ну как бы вот это, допустим, единичная, вот это вот. А вот этот я вообще купила буквально за $1. Он очень дешевый, его купила в $1. То есть магазин, где все по $1. И просто, ну как бы не скажешь, что это просто дешевая игрушка. Мне кажется, прикольнее один. Вот такие вот, это более дорогие игрушки, они вручную разукрашены. Вот я сейчас покажу, вот такие, они вручную просто вот налеплены на них все. Вот такая игрушка, это вот ручное оформление, все очень красивое. И, ну, олень просто, не знаю, мне кажется, реально, вот то, что вроде там дешевоновский магазин, и только прикольный олень. Не знаю, мне нравится, я вообще люблю олень. Моя прекрасная елка. Никогда в жизни не было такой огромной елки. Мой офигенный старбаксовский мишка. Он такой классный, похож на русского. Просто его обожаю. Вот. И вообще хочу сделать тур по кухне. Вот моя кухня. Хочу сделать тур по кухне, показать, как все организовано. У меня очень маленькая кухня, но есть свои прибамбасы, и вот хочу я это показать. Наконец-то ребрышки! I only had to sacrifice honey all over the oven, corn all over the floor, and honey everywhere outside. My honey! That's tasty! My husband is the best! He just showed... Ну, он выделался немножко, тут все развил. You know. Посмотрите, you can. Какие они жирные. Это ребра такие. И бекон. И кукуруза. Да, у меня Вейд вообще обожает все такое плохое. Мы пришли в магазин Хоббис. Магазин своих Хоббис. И тут просто, это просто магазин ради мальчишек. Мальчики хотят купить такую машину. Купить рампы и на заднем дворе их это, кататься, короче. Потом покажу, как мы все построим на заднем дворе и будем катать эти машины. 1:30 in the morning. Уже 1:30 утра, и Вейд говорит, что я как бы это. Nadia successfully cheated to where she can just get as many chips as she wants. Southern Africa is not going to get taken anytime soon. Yeah. Ebola rules. And I'm spread pretty thin compared to the cheaters. So. What? Yourself? Void up the two counts on the floor. What if I give you three? I don't three. Know what that means. I don't know what it means either. So much fun! Just keep rolling sixes. Not the black. That's me. That's you. Мы просто играем в нее, наверное, с 6 часов. А сейчас 2 часа ночи. Это пипец просто. Вот, цель игры — завоевать мир. И ты каждым ходом получаешь больше и больше. Вот это все мои. Все. Ну, кроме желтых и синих. А вот я пытаюсь защитить свою территорию. И уже много раз кто-то завоевывал Азию. Вот. Вообще кошмарная игра. Мы приехали в Walmart. Я не накрашена. И мы хотим купить Gingerbread House. Sorry. Короче, Вейд пытался повернуть камеру, она упала. Мы идем купить пряничный домик, хочу его тоже украсить, он очень красивый. Хочу, чтобы у меня такая была, такая вот память моей жизни, что украшали пряничный домик. Сейчас я буду искать. Все тут прям, все в таком новогоднем стиле, в рождественском стиле уже. Сейчас буду искать пряничный домик. Меня бесит Вейд, он постоянно
берет каталку вот такую. Вот прямо. Ну приезжаешь просто купить вот ничего. Вот просто. Ну там за парой вещей. И вы всегда ходят, и каталка мерзкая. Меня это бесит. Вообще, люди, мне так нравятся эти фигнюшки, они такие миленькие. Смотрите, мы пришли и нашли их. Тут прямо есть целая деревушка. Блин, прекрасные. Мы покупаемся. Будет что-то классное. Я так рада. Выйд купил прямо деревню и домик. Такой милый, посмотрите. Смотрите, как мило все. Они что-то раздают. Интересно. Машина, она такая классная, как из фильмов. Классно. Мы играем в Monopoly. Can you show this Monopoly? Thank you. You're drinking wine? Да, мы плохая компания, мы всегда пьем вино. 3 and 1, 4. Yes, I have a Ferrari. That's not as low as voice, probably. Can you move the box off the... There you go. 1, 2, 3, 4. I have New York Avenue and I will buy it. So I will take it. New York Avenue. Смотрите, я покажу. Тут новая монополия. Ты вот так вот... Вот тут баркод. Код. Ты так прикладываешь. $200, yes? Потом у меня есть... That's... Put it on there! Okay. Other way. И у меня есть карта. У меня есть такая вот классная карта кредитная. Я могу покупать все эти вещи. That's cool, yeah? I have cool. Credit card. Mm-hmm. Maybe I will be like poor. So... Mm-hmm. У тебя есть кредитный лимит. 1500, yes? Mm-hmm. У тебя 1500 есть. В общем, такая классная, мне очень нравится, интересно очень. У него есть 6 двойной ход, и он еще раз кидает, потому что у него 2 шестерки. What do you want buy? Number 16. It's Venture Avenue, yes? How mm-hmm. can you pronounce it? Ventron. Ventron? Ventor. Oh, Ventnor. That's weird. Ventnor? Do you know this avenue? Ventnor? Ventnor? Do you know? I have no idea. Okay. Please don't forget to pay. Все, вы такой бедненький стали. Видите, у него теперь 1000 всего. That's cool, yeah? Do you like it? Yeah. Tell me your opinion. It's really cool, actually. It's much easier and it's a faster game than the other one because you automatically get a house. You don't have to own all the colors to get a house. And your rent goes up anytime someone lands on you. It was difficult every time to count this money, you know? Pennsylvania Avenue. I'll take it, please. Take it. Pennsylvania Avenue. Okay, that's your purchase. Congratulations. Okay, смотрите. 320 у нас стоит, видите? Он спекает свою карту, и с нее снимает 320. Oh, I only have 680 left.